Завершился месячник по благоустройству. Кульминацией апрельских субботников стала общеобластная акция по наведению чистоты и порядка. Как прошла заключительная коллективная уборка в городском округе, расскажут мои коллеги. Ненастная погода не остановила. Местом притяжения жителей городского округа стало Малаховское озеро. Обновленный и благоустроенный парк – одна из точек главного субботника Подмосковья. Разогреться перед работой помогает живая музыка. Чтобы благоустроенных зон стало как можно больше, в округе стартует всероссийское голосование. В рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» жители Люберец выберут территории, которые необходимо привести в порядок. Участников субботника ознакомили со списком предлагаемых объектов. Голосование мы начинаем с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Голосование будет проходить при помощи ваших мобильных телефонов. В этом году месячник по благоустройству включил в себя не только уборку общественных территорий и придомовых зон, но и посадку деревьев. Одна из аллей парка «Малаховское озеро» стала зеленее. Участники общеобластного субботника посадили 30 сосен и 20 берез. К коллективной работе присоединился глава округа Владимир Ужицкий. Немножечко погода помешала в сегодняшнем субботнике. Вышли самые отчаянные. Такие энтузиасты, за что им огромное спасибо. Музыка, везде нас приготовлен чай, сушки, пряники, где-то пирожки. Поэтому есть возможность подышать свежим воздухом, а воздух на самом деле свежий, чистый, потому что весна. Зеленее стало и во дворах. Около 1000 кустарников высадили сотрудники Люберецкого городского жилищного треста. Им помогали жители окрестных домов. Несмотря на дождь, Екатерина Самарина вышла на благоустройство двора. Спасибо за приглашение. Очень все было хорошо. Кустики посадили. Побольше бы субботников. С собой жители домов принесли хорошее настроение. Инвентарь для проведения субботника предоставила управляющая компания. Были подготовлены кисти, валики и краски. Во время общеобластного субботника планировали покрасить заборы и скамейки. Подвела погода. Покраска сегодня невозможна. Уборка, ну там, где явные вещи мы уже убрали, вы видите, кругом чисто. 24 апреля на территории городского округа Люберцы для проведения субботника организовали 73 площадки. На некоторых из них побывали сотрудники госжилинспекции. Жилищная инспекция совместно с Ассоциацией советов многоквартирных домов по поручению правительства Московской области будет произведен выборочный осмотр мест выдачи инвентаря. Есть определенные рекомендации, соответственно, мы смотрим, фотографируем. Нарушений сотрудники жилинспекции не выявили, зато отметили, Люберцы – это теперь и территория чистоты. Луиза Егиазарян, Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.